Меня зовут Марина Анатольевна Сисенко. Я являюсь начальником лаборатории. Я училась на инженера-технолога по производству и переработке пластмасс. С 2000 года работаю на производстве пестицидов в лаборатории. Лаборатория дает официальное разрешение на пользование компонентами для производства и проверяем его на качество. То есть без разрешения лаборатории никакой отгрузки не будет. Мы еще и контролируем условия производства, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, микроклимат, влажность, освещенность. Мне очень нравится моя работа, потому что это очень интересно. В течение многих лет мы не получаем претензий на нашу продукцию. Наши препараты, они действительно качественные. И даже те иностранные фирмы, которые приезжали к нам, порой отмечали, что наш завод действительно он отвечает высоким стандартам. Мы подняли планку для производителей отечественных. До нас дотянуться довольно-таки сложно. Мой коллектив, он самый лучший. Я могу полностью на них положиться, зная, что они сделают все так, как необходимо. Наверное, самое главное качество человека, который приходит на работу, он должен первое любить свою работу. Должен быть ответственным и правдивым. Если человек признает свою ошибку, значит, с этим человеком можно дальше работать. Не каждый способен признать свою ошибку. Здесь работает моя дочь. Работает техником-лаборантом на сложном оборудовании. Я очень горжусь своей дочерью. И мама, и папа у меня высококлассные специалисты. Мама работала медиком, отец слесарем КИПа. Было такое время, когда он был вот один такой специалист на области. Был такой момент, причем это было в Москве. Переступаю порог самолета, услышав национальные мелодии Казахстана, увидев наших красивых девочек, и я поняла, что все, я дома, и мне хорошо. Понимаете, я по национальности украинка, но я дома в Казахстане.